Это заседание могло и не состояться. По крайней мере, на таком раскладе настаивал накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Защита артиста просила время подготовить подсудимого для выступления, а кроме того, доставить в суд издалека некого тайного свидетеля, который докажет невиновность актера. Пока журналисты гадали, кто же он, этот тайный свидетель, актера доставили в суд. Из машины до дверей здания суда Ефремов дошел сам. Стильный пиджак, пестрая рубашка и уверенная походка. Следом из роскошного Роллс-Ройса вышел Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавшей стороны. Эльман Пашаев к началу заседания опоздал. Все нормально, все будет. Под тайным свидетелем журналисты изначально подразумевали Софью Кругликову, супругу актера. По крайней мере, она единственная была заявлена в списке свидетелей со стороны защиты. Но вместо нее поддержать Ефремова пришел актер и режиссер Никита Высоцкий. Вот он на этих кадрах сразу после аварии приехал на помощь другу. Но я понимаю, что вы переживаете. В суде он все же рассказал свое видение ситуации. Я в ужасе от того, что я слышал в результате освещения. Меня просто трясет. Я его знаю 50 лет. Он отказывается, потому что он не помнит. А не потому, что он хочет избежать ответственности. Никаких комментариев после дачи показаний. От журналистов Высоцкий отбивается с помощью судебных приставов. Ребят, может, вы поможете? Мне надо домой, меня не выпускают. Не обошлось и без разговоров о вмешательстве в аварию потусторонних сил. Адвокат Пашаев попросил приобщить к делу заключение некого автоэксперта, согласно которым автомобилем Ефремова могли управлять хакеры. Доклад эксперта прервала эвакуация. В суд поступил анонимный звонок о минировании здания. Напряжение, видимо, подействовало на защиту артиста. Отвечая на вопрос о диагнозе Ефремова, у которого, как оказалось, не было никакого инсульта, Эльман Пашаев сорвался на журналистах. Врете вообще, да вы показываете на всю страну свою воспитанность. Низкого социального статуса показывать на всю страну. Про здоровье актера высказался и Александр Добровинский. Я подозревал, что инсульт – это неправда. Вы знаете, это на совести Ефремова. Впрочем, уже немного остыв, адвокат Ефремова принес свои извинения. Я всегда перед женщиной и шляпу сниму, и на колени сяду перед вами. Я, если что-то не так, я это приношу свои извинения. Против предложения защиты Ефремова для установления обстоятельств ДТП, исследовать аномалии и энергетические сгустки, адвокат семьи Захарова не возражает. Марсиане вместе с этими, как они называются, киборгами, да, они вместе могли управлять машиной, безусловно. Вот безусловно, совершенно. Да, совершенно верно. Крики за кадром от устроившей истерику неизвестной активистки, которая встречала всех участников процесса на выходе. Впрочем, этот день и не мог закончиться тихо. Показаний самого Ефремова сегодня так и не дождались. Спустя 8 часов заседание было решено прервать по причине усталости артиста. Слушание продолжится уже завтра. Евгений Давыдов.